Знаете ли вы, что именно в веках находится самая быстрая мышца в человеческом теле? Люди не зря говорят, не успеешь и глазом моргнуть. А еще веки способствуют фокусировке зрения и регулированию внутриглазного давления. Однако многие сталкиваются с такой проблемой, как колобома века. Сегодня я расскажу о том, из-за чего возникает болезнь и как же с ней бороться. Колобома века – это дефект, который образуется в оболочках глазного яблока. Чаще всего часть ткани попросту отсутствует. Обычно при колобомах век можно наблюдать дефект в виде треугольника или же прямоугольника, основание которого находится на краю века. Здесь мы с вами видим абсолютно здоровый глаз. Ну а здесь колобома века. У человека появляется боль, отек и припухлость. Давайте узнаем, из-за чего же возникает колобома века. Причины колобомы века могут быть врожденными и приобретенными. Врожденные причины колобомы века обычно связаны с генетическими мутациями, иногда ассоциированы с системными синдромами, такими как Дауна или Тернера. Приобретенные причины чаще всего связаны с травмами или при облучении для лечения новообразований века. Колобома может развиваться в любой части века, однако чаще всего в области верхнего века, в медиальной его части. При этом размеры колобомы могут различаться в зависимости от конкретной ситуации. Нередко на этом фоне возникают и другие дефекты развития, например, расщепление твердого неба и заячья губа. А какое же лечение назначают врачи при колобоме века? При врожденной колобоме век, если она имеет небольшие размеры и функция не нарушена, лечение может не потребоваться. В более серьезных случаях, когда размеры большие и защитная функция века нарушена, требуются пластические операции. Эти операции следует проводить в младенчестве для того, чтобы правильно сформировать край века и избежать осложнений. Лечение приобретенных колобом век зависит от их причины и может включать в себя хирургическое лечение, медикаментозное либо комбинированное. Быстрая утомляемость глаз, потеря четкости изображения, появление косоглазия и темных пятен в глазах – все это симптомы, по которым можно распознать колобому. В этом случае с визитом к врачу лучше не затягивать. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ.